Итак, ребятки, всем привет. Вы, возможно, первый раз зашли на этот канал и зашли первый раз на это видео, но не суть. Лучше следите дальше и смотрите. Сегодня уже 12 часов, и наступил день, когда у меня день рождения, и я уже жду начала этого дня. Меня уже многие поздравляют, с некоторыми мои друзьями поговорили по телефону, и думаю, все будет круто, офигенно, поэтому не переключайтесь и смотрите дальше. Ждем этого момента. Итак, в общем, уже утро, ко мне должен подъехать друг. Он меня пострижет, мы потом пойдем скупимся, там пицца на пикник, кроссы мне, потому что мы порвались, там еще что-то, и уже поедем к гостям, так что переключаемся дальше. В общем, сейчас иду встречать своего друга. Блять. Ебатый мощный. Здорово. Сделку тебя, короче, для того. Спасибо. Всего самого лучшего. Маны в кармане. Я уже постригся. И, в общем, Саша меня постриг. Мы уже, встретились, как вы понимаете. Ну, сейчас идем, короче, за пиццей, всякой херню и... всякой и там носки и все остальное. Куча всяких разных трусы там. Потом тут пиццы всякие разные. Короче, сейчас поедем дальше за кроссовками. Короче, мы уже скупились. И мы, короче, прикупили себе новые очечки, вроде бы прикольные. Ну и, блять. И мы пойдем дальше домой, занесем все, возьмем все, что нам надо, и уже пойдем встречать людей и праздновать. Короче, я уже полностью переоделся, уже одел новые шмотки, скупился, все дела. Мы, короче, собрали рюкзаки, собрали тут, короче, пиццу понесем в руках, тут еще один рюкзак с едой, ну, все остальное мы купим уже там на месте. Поэтому следующий кадр уже будет, как мы тусуемся там. Короче, мы уже все встретились. Тома, ну, Саша, вы уже его видели. Мы сейчас на Почтовой. И, короче, купили все. Будем хавать там, хавандосить все дела. Почилим, потом еще одна подруга подойдет, потому что она не смогла, она что-то там, ей надо было почту отправить, такая херня, короче, какая-то. Вот, и она потом подойдет. Вот еще одна девочка подошла, Галя, мы сейчас на кальяне, короче, тусуемся, лисим, все, заебумба. Потом мы пойдем на Труханов есть торт, жарить сосиски и зефирки. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Сережа, happy birthday to you. Осталось, оно почернело, пиздец ему. Но сережки еще хорошие. Я это ношу полгода и не потемнело, ничего не знала. Может, может подобрав, типа. Так, да. Раз, два, три. Ура! Ура! Блять, просто чтобы вы понимали, блять, это просто пиздец. Короче, начался дождь, типа,
Мы, короче, типа, купались на пляже, там разогревали. Бревали сосиски, и, короче, начался дождь. И, короче, мы сейчас прятались на сцене на Контрактовой, типа, ой, на Контрактовой, на Труханове. И, короче, это капец, блин. Ну, нам надо одеться, короче, мы будем тут греться, сидеть. Короче, я не знаю, типа, такой экшен происходит какой-то. Ну, короче, все круто, все заебись, блядь, печалиться не надо, вот, и все. Мы пожарили сосиски, чуть-чуть пожарили, блядь, там, зефирки чуть-чуть пожарили, блядь. Потом еще что-то там выпили. Короче, все четко, расстраиваться не надо, дождь не сильный, блядь, не ливень нахуй, что до пизды. Поэтому нормально. Вот. И, короче, несмотря на это все, блядь, я не расстраиваюсь, короче, и типа просто веселюсь с моими ребятками. Просто мое самое лучшее день рождения в этом году. На голове пиздец, надо похуй. Короче, мы сейчас идем в мистер Кейгресса. Мы еще хотели подруге пойти на хату, типа, если ничего не получится. Но по-любому все получится, потому что, блядь, не надо расстраиваться, блядь, день рождения, нахуй. И какого хуя мы должны расстраиваться. И поэтому мы сейчас идем в Мистер Кэт в Рестик. Там потусим, укроемся пледами и что-то уже будем мутить, разговаривать, там еще что-то делать. Короче, мы сейчас висим в Мистер Кэте. И, в общем, мы сейчас заказываем чай, мы тупо нагребли мелочи, все, что у нас осталось, короче, тупо проебали штуку там с чем-то, типа, сейчас набираем мелочи, согреемся там, помимо водички, типа, жрать уже не хотим, потому что отожрались, типа, дождь уже прошел, типа, нормально, посидим, погуляем, короче, еще так дофига бухла осталось, короче, все четко. Короче, тупо смотрите, какие фотки угарные. Просто, ну типа просто, посмотрите на выражение лица Саши, просто. Вот еще, ну не, ну это, кстати, нормально. Типа как модель, ты что? Посмотри на это, тупо. Shit. Есть куча чего, именно куча всяких именно из фильмов, из книг, из других разновидностей, что вот эти разновидности как называются? Жанры. Что мы сегодня покупали, в общем, из ВКшки? Вино. Все, правильно, с первого раза. Что у нас у каждого есть вот в организме, из-за которого мы чувствуем именно все? Я знаю, что это. Фильм такой есть. Там, где Эмма играла, блядь. Короче, Уотсон. Короче, нерв. Нерв. А, помнишь? Здание. Просто как оно называется по-обычному с... Дом. Ну да, дом. Хата. Окей. Хата. Теперь я. Короче, сидим, играем в игру на телефоне. Типа, прикольная игра, там, короче, надо отгадывать слова, типа, объяснять, ну, короче, типа, в игру играем, сидим, допили уже чай, потом пойдем уже тусоваться дальше. А, зефирки есть. Короче, мы уже вышли из Мистер Кэта, на улице глубокая ночь, где-то сколько, 4 часа почти, скоро, через часик где-то будет уже восход солнца. И мы, короче, идем сейчас на Олимпийский бухать дальше. Так, быстрее. Перебегаем дорогу, ёпта, блядь. А Тома там осталась, такая стоит. Тыщ. Блядь, ну не вылаз, долбою. Да я не вылаз, она ж не работает. Боже, мы тупо так офигенно просто погуляли. Я вам просто не могу передать словами. Это мое самое. Вроде бы ничего такого особенного не было, но это мое самое удачное и офигенное ДР, типа. Потому что все было душевно. Да, все было офигенно душевно. Все было мягко, чисто вот. Блин, ну я не знаю. Типа, ну не с какими-то там, блядь, двухличными людьми или там, блядь. В которых ты не уверен. Да, блядь. Да. Я вообще-то классно. Все четко. Короче, вроде бы меня видно. Уху-ху, какая-то страшная. Вот, мы пришли на Олимпийский. Короче, тут пофоткаемся, прогуляемся, побухаем. Да, Саня? Что пьешь? А ну-ка не пей.
Это тупо, знаешь? Що твориться, що несеться, блядь, нова меда, мода, блядь. Это новый стиль. Дивись, щоб піську не придавило. Это, короче, новый стиль. Это блинчачок. Блинчачок? Блинчачок, а тебе? С французским акцентом, блядь. Это блинчьяка выпустила. Блядь, нахуй, тупо нали. Новый велосипед. Шарики велосипед, ты ещё смог? Блядь, тупо уже посветлело, короче. Мы тут чилим на коврике, блядь, на Олимпийской, тупо, блядь. Снимаешь? Угу. Раз, два. Блядь, а нас не, это, не ебанут за то, что мы, блядь, тут мусорим? Да нет. Нет? Раз, два, три. Потом подберем. Короче, мы остались с Сашей одни. И типа девочки ушли, типа, по домам, там все дела. Сейчас идем за Олимпийский. Ну, типа там, где купол видно. Да, пьем все. Блять. Это что? Это инкассатор. А, это нормально? Инкассатор. Не доебутся. Они собирают бабки, они не собирают мусоров. Ой. Они не собирают хулиганов. Просто, блядь. Блин, нахуй с этим махом, блядь, я думаю, нам сейчас доебутся, блядь. Его уже паяет, ребята, понимаете? Он уже думает, что все плохо. Что все, все пизда, очень блядь. Плохо, да. Да-да. Всегда, ты же сам говорил, всегда нужно думать позитивно. Ну, ебать, я думаю позитивно, блядь. Если что, ебану всех тапочком. Или, блядь, с этим бутылкой, блядь, мороженого.